Сделано в Пестяках. Во время своей рабочей поездки в Пестяковский район Станислав Воскресенский посетил завод тренажерного оборудования «Кинезис». Спортивным снаряжением предприятие обеспечивает Россию и страны ближнего зарубежья. На данный момент производство тренажера Бубновского, так называемого национального тренажера Бубновского, личного тренажера, то, что изобретен Сергеем Михайловичем Бубновским. Тренажер, соответственно, предназначен для лечения опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, также для залов кинезотерапии. Тренажеры Бубновского отличает особая система тросов, которые закреплены и проходят определенным образом. Все основано на анализе биомеханики суставов и позвоночника. Он выполняет 99 упражнений, то есть функции фитнес-зала. Один тренажер. Только вот 18-й тренажер же ногами он не может выполнить. Угу. Остальные спектр упражнений настолько высок, что... Я смотрю, вы делаете вообще все тренажеры. Более 30 видов. Ну, то есть полностью оснащаем зал. В год завод продает около 700 тренажеров. В день здесь могут производить 15-20 единиц спортивного оборудования. Работают на производстве местные жители. Старых людей уже нет. Взяли молодых ребят, которых передали свой опыт, не будем хвастать. Ну и ребята работают добросовестно. В добросовестности и правда сомневаться не приходится. Самым знаменитым клиентом завода стал Владимир Путин. Его резиденцию Бочаров-Ручей было куплено несколько тренажеров. Сделано в Пестяках, испытано на президенте. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Пестяковский район.